Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И вы знаете, сегодня я хочу с вами поделиться запоздалым видео про новинки каталога номер 10, которые первый раз вышли в свет с 26.06 по 16.07. Почему я так поздно видео снимаю? Да потому что я решила их побольше попробовать, потому что ну, очень их много было, и мне хотелось их прочувствовать на себе, как-то еще что-то, да, вот. Конечно же, перепробовала я не все, честно скажу, вот эти две масочки, я их так и не применила на себе, но если будет какой-то вау-эффект от этих новинок, я обязательно сниму отдельное видео. Это витаминная маска для лица клюква земляника. Она идет мягко, отшелушивает кожу, обновляет, увлажняет ее. 10 мл, артикул 2373, очень дешевая, недорогая. А второе, это артикул 2375, идет масочка, тоже витаминная, но она моментально наполняет кожу здоровьем и красотой. То есть две таких вот интересные маски. Экспериментировать я перед поездкой не буду, но я буду дома 5 числа, и если будет вау-эффект, я обязательно вам это сниму. Потому что иногда бывает вот очень неожиданно, классно они на лице играют, вот масочки от Faberlic. Вот, не новинка, но не могу не рассказать вот про эту маску. Честно скажу, обалденная вещь. Как вы видите, я заказала ее много. Много, потому что я ее люблю, и она была по купонам. Я все 10 купонов израсходовала именно на эту маску. У нее идет артикул 0736. Это просто великолепная вещь для меня. Я ее очень люблю. Она проста в применении. Я ее беру в дорогу, везде. Она реально освежает лицо с гиалуроновой кислотой. Идет. Она заряжает клетки энергией, возвращает коже гладкое сияние, препятствует появлению морщин. Да-да-да. Серия Проликсир, она идет 30+. Она на самом деле повышает эластичность, мгновенно устраняет следы усталости и стресса, придает коже гладкость и фарфоровую матовость. Мне она очень понравилась. Кожа, она не сушит, она питает, все здорово, все классно. Она такая влажная, она обалденно вкусно пахнет, она легка в применении. Вот вы умылись, налепили на себя и все. Единственное, что однажды дочка прям потребовала, чтобы я ее сняла. А моя трехлетняя мама, сними, мама, убери. И я поняла, что ей, наверное, страшно смотреть на такую маму. Но потом я стала делать на ночь, когда она уже засыпает. Перед какой-то важной процедурой тоже я эти маски делаю. И вы знаете, очень хорошо, очень здорово, очень классно. Могу израсходовать две маски. Одну, допустим, в область шеи и декольте, вторую на лицо. Тоже классно работают, тоже, ну, в общем, было очень недорого, я взяла прям целую кучу, потому что уверена в их действии и всегда была ими довольна. Следующее, это, конечно же, вот такие вот вещи, очень интересные, это очищение, контроль и ускорение. Вот про это я уже видео снимала. Я снимала, как они выглядят. Извиняюсь, конечно, не очень красиво. Крышечки я потеряла уже. Они у меня так и стоят открытые на столе. Их можно пить 1-2 порции в день. А можно сочетать. То есть вы можете легко пить по 6 таблеточек в день. Это дополнение к системе управления весом. Очень удобно. Написано, что надо разжевывать. Но вот я разжевываю только эти таблетки. Если честно, я пью их очень долго. Все они три... Вот это вот безвкусное на вкус, как мел твердое. А вот эти две, если честно, ну их не разжевать. Это горько-кислое, а это какая-то как супер-супер-пупер насыщенный квас или что-то типа этого. Мне она так показалась, что ну как бы разжевывать их не очень-то и приятно, да. Вот такие вот классные штуки. Они очень полезные. Я консультировалась у медика с 20-летним стажем. И могу вам сказать, что она сказала, состав классный. Все, что нужно для здоровья. А в каталоге они у нас с вами тоже есть. Тоже представлены. Представлены как раз таки в трех направлениях. Первое, что я вам показывала, да, это Liss Sweet. В принципе, цена нормальная. Артикул 15622. Содержит экстракт плодов горцинии камбоджийской и
поликалинат хрома. Простите, пикалинат хрома, да, артикул 156-22. Что он делает? Он предотвращает усвоение организмов излишков углеводов и жиров. И еще у меня такое ощущение, хотя это нигде не написано, что он снижает аппетит. Вот у меня такое ощущение после него. Я его разжую, проглочу, и мне долго, очень долго не хочется кушать. Вот, честное слово. А далее, второе средство. Это у нас с вами идет как раз таки, оно называется гидрейн, да, то есть все идет по 30 грамм 60 порций, все идет 60 таблеточек. Оно содержит высокую концентрацию петрушки особого сорта, артикул 15-620. А что он делает? Он предотвращает накопление лишней жидкости в организме, снижает выраженность эффекта апельсиновой корки и отеков, обладая дренажным эффектом. И давайте в звездочку посмотрим вызванных излишками жидкости в организме. То есть, если он снижает выраженность эффекта апельсиновой корки, то только вызванных излишками жидкости в организме. Да, то есть, вот такая вот вещь интересная. Кисельчики мне не удалось попробовать, их на складе нету. И последний — это метаап, тоже по 30 грамм 60 порций, то есть там 60 таблеточек, артикул 15-621. Содержит экстракты зеленого чая и мате, а также сельдерей, фенхель и люцерна. Он поддерживает нормальный обмен веществ, способствует снижению усвояемости жиров организма. Да, то есть, если вы что-то, какой-нибудь торт съели, мне кажется, что метаап, он немножечко может даже и спасти вас, так ведь? Вот, также он повышает тонус организма, да, и как бы идет вот как раз-таки это ускорение, да, то есть, эта программа, она идет и чистка организма, и контроль, и очищение, и ускорение, да, то есть, все в одном, три в одном я начала пить. Я не пью только вот это вот пока средство, вот, да, гидрейн, потому что оно пришло буквально 2 дня назад, и я еще его просто не начала пить. Его можно пить все 3 флакончика вместе. Также утром я пью Итлес Фитекс. У меня осталось еще по 3 пачечки допить, поэтому я пока вот этот вот не буду начинать, потому что тот допиваю, да. Как только я тот допью, я буду пить все 3 полноценно, то есть по 3 капсулки в день разненьких я буду выпивать. И еще точно знаю, что это можно сочетать с любыми витаминами, с омегой и так далее, и так далее. Да, то есть вот этот вопрос у меня задали под фотографией ВКонтакте, когда я выкладывала про метаап. Вот. Ну, в общем, такие штучки классные, но, конечно, на вкус они вот единственное, что вот это вот лисвит, она безвкусная, а остальное разжевывать будет очень сложно вам. Вот. Невкусно, невкусно, но, я думаю, очень полезно. Также, конечно же, омега-369 для всей семьи. Вот, артикул 15-340, что оно делает? Оно контролирует обмен веществ. Это, во-первых, омега-369, это полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно организмом не вырабатываются. И, конечно же, умственная деятельность, силы организма, волосы, ногти, все-все-все, тоже зависит как от кальция, так и от омеги. Почему? Потому что если не хватает омеги в мозгу, там какие-то сигналы друг с другом начинают плохо соединяться, и человек становится более вялый, менее сообразительный. Кому прописывают омегу? Всем. Всем, и сердечникам, и школьникам, которые отстают, и так далее, и так далее. Также оно регулирует обмен веществ в организме. Это получается, что мы можем похудеть с этой омеги немножко, но можем похудеть. Вот. Также тут идет 60 капсул по 500 миллиграмм. Вещь тоже классная. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это такие вот мелочки для волос. Они идут 3 цветов. Вы знаете, моя дочь была в восторге, когда я их заказала. Но я, в принципе, знала, что она будет в восторге. Очень такие насыщенные мелки. Да, как вы видите. Яркие такие, пигментированные. Их идет тут 3 цвета. Да, то есть, вот,
Значит, розовый это 5506, лиловый это 5608 и такой вот голубой, да, насыщенный голубой оттенок. Это идет 5607. Все трое она у меня сразу же заберет. Торопила меня очень снять видео, но я его 3 дня не снимала. Вот этот вот мелок она уже попробовала. На ее ярко-рыженьких волосах оно смотрится не особо, потому что, ну, маленечко не то. Но если покрасить волосы в это и потом дополнить вот розовым, то получается нормально. Нормально, но вот как самостоятельное средство, мне кажется, больше вот розовый пойдет все-таки для блондинов со светлыми волосами, что-то типа этого. Ну, молодежь в восторге. Там она уже стоит в очередь, всем хочется это попробовать. Я думаю, что они будут довольны. Следующее средство я заказала сразу 3 штучки. Вещь классная, честно вам скажу. Так, давайте я о ней вам позже расскажу. А для начала я бы вам хотела рассказать вот про серию Viva Malina. Viva Mania, да, Viva Mania, простите, неправильно прочитала. Меня умилили эти новинки в таких вот бутылечках. Очень такие густые гельчики для душа, классные. Они идут 2 серий. Во-первых, первое это красная ягода, а второе это идет авокадо и киви. Да, то есть указано, что это для красоты и здоровья кожи. Витамины нужны не только внутри, но и снаружи. И мы взяли энергию сочных и спелых фруктов. Да, то есть отличное настроение и тонус нам обещают. Хочу сказать, что эта серия весьма недорогая. Она включает в себя очень много всего, но мне, конечно же, новинки некоторые не достались. Хочу сказать, что вот таким скрабчиком я попользовалась. Он это гелевый скраб с измельченными фруктовыми косточками, которые обновляют и отшелушивают кожу. Хочу сказать, что работает он хорошо, хорошо, здорово. Что мне понравилось, очень хорошо скрабирует, кожа после него ровная, приятная. Но как только вы вытираетесь, выходите из ванной, очень огромное желание нанести молочко на тело, потому что мне кажется, он немножечко все-таки вот есть такое не четкое такое вот прям сильное ощущение сухости, но вот что-то немножко где-то вот стягивает, подтягивает, вот мне кажется, он немножечко сушит. Оно классное, оно идет как вот, как вы видите, как желе ягодное, да, вот прям можно вот такое чувство, что вот берете ложкой и едите, да, вот как вот джем. Консистенция у него как у джема, аромат прямо такой яркий, насыщенный, очень сильный, да, клюква и земляника, то есть он такой кисло-сладкий, спорный аромат, очень-очень интересный аромат, честно вам скажу, и он меня не отталкивает. Мне вот тоже вот это вот очень понравилось, знаете, бывают приторные такие ароматы, артикул 23, вот 79 у него. Да, он идет 180 миллилитров, по идее он не маленький. И вы знаете, с удовольствием его израсходую и буду еще заказывать. Но вот у нас есть серия, в которой скраб мне понравился, конечно, больше, намного больше. Далее, значит, вот такой же скрабчик, абсолютно такого же действия. Я тоже им помылась 1 раз. Вот абсолютно 1 в 1 то же самое, но такой классный аромат, я вам скажу. Это просто вот, знаете, карамельки и киви-карамельки. Вот прям вот карамельная киви, я бы так назвала. Никакого привкуса авокадо я тут не почувствовала, хотя тут, видите, на крышечке написано киви-авокадо. Вкус у него обалденный. Скрабирует тоже хорошо, полирует здорово. Так это мне понравилось, да. И самое интересное... Да, он тоже идет 180 миллилитров, артикул 85-27. Самое интересное, что вот у нас была серия, ну и сейчас она есть, да, там идут такие лимонные леденцы, да, привкус. А вот этот, и он мне не очень понравился, а вот этот я прям не могу. Я им моюсь, и я прям кайфую. Мне нравятся такие вот ароматы, классические такие 2 аромата, я бы сказала, очень приятные. Далее, в этой же серии идет
вот такие вот средства. Это витаминный крем для рук киви авокадо и витаминный крем для рук клюква и земляника. Они идут в большой упаковочке по 75 миллилитров. Клюква 85-28, киви 23-81. У них нежный аромат. Они идут, ой-ой, очень много получилось, да, они идут такой вот легкой консистенции, да, то есть оба полностью одинаковые, но просто с различными ароматами. Если, к примеру, у киви легкий такой, насыщенная даже, не легкая кислинка такая, насыщенно-сладкая такая кислинка, то крем для рук больше все-таки аромат авокадо. И никакой кислинки в нем нету. А то же самое вот этот вот кремчик. Он легкий, он быстро впитывается. Он хорошо увлажняет. Тут я чувствую аромат земляники больше. И почему-то никакой клюквы. Вот. Ну вот мой нос так. Мой нос так уловил. Так. Сейчас я вытру крем. Крем на самом деле быстро впитывается, хорошо наносится. Он очень нежный. Ручки мгновенно с него... как вам даже сказать, разглаживаются. Они становятся такими приятными, клевыми. Ну, в принципе, вот поставить туда же, где у меня все крема хранятся, и пользоваться ими. Да, то есть хорошая крема. Да, ну, как бы ничего сверхъестественного, но, вы знаете, свою функцию выполняют отлично. И стоит, вот я смотрю, 79 рублей по акции, по цене каталога. Да, для зарегистрированных скидка 20-26%. Но это, по идее, это вообще копейки, я считаю, что для такого хорошего крема. Следующее, вот как раз-таки, что я нанесла, это вот этот вот молочко витаминное для тела, да, клюква и земляника. А вот это молочко я пробовала только нанести на ногу. Посмотреть, эффект, липнет оно, не липнет, как оно быстро впитывается, еще что-то. А они оба хорошо быстро впитываются, они не оставляют липкого слоя на коже. А кожа после них приятная, нет ощущения того, что нанес бы что-то еще. И нет вот ощущения того, что слишком плотный слой на теле. Да? Вот когда вы в жару пользуетесь чем-то, да, то бывают жирные крема, которые не подходят для лета. Вот эти кремчики, они легкие, они как раз подходят для лета. Может быть, и для зимы будет и не совсем полно для тела, да, но вот именно для летнего периода вот эти два средства, ну, просто идеальны. Да, давайте с вами посмотрим. Они идут по 100 миллилитров. Вот мне кажется, мне этих двух флаконов вместе с дочкой прям на месяц целый хватит. Да, вот если мыться через день, то на месяц хватит. А, значит, клюква 2376 артикул 100 миллилитров и киви 2370 артикул. Приятные ароматы, и они не такие бьющие в нос, как вот, к примеру, сами гели для душа, мыло для душа. Да, как вы видите, вот эта вот клюква, она с розова идет, а киви зелена. Да, вот эти вот молочко для тела, они еще покрашены. И, ну, не супер насыщенный такой аромат. Вот еще раз понюхала, убедилась. Оно очень-очень нежно. Вы знаете, оба одинаково работают. Абсолютно одинаково. И быстро впитываются. И вот вы знаете, вот это самое главное для меня, что удобно. Удобно пользоваться. Это уже как бы полпроблемы решено. Вот. Но один раз я их только нанесла, поэтому... точно не могу сказать, как они омолаживают кожу, не омолаживают. Но, судя по цене, они просто ее увлажняют. Потому что 129 рублей, да минус наши 26% или 20, да. А если вы делаете более 50 баллов, то у вас скидка 26%. Если вы делаете до 50 баллов, то у вас скидка 20%, да. То это, конечно, получается меньше 100 рублей, если 26%, такой крем 100 миллилитров, хоть он и не очень большой, но это недорого, это недорого, это бюджетная, очень бюджетная серия, вот эта вот вся витамания, да, очень и даже интересно. Симпатичные гельчики для душа, немножко меня расстроило, потому что я их люблю хранить, наоборот, смотрите, какие они густые, да, видите, какие густые, прямо вот это вот. Пузырек очень долго идет, да, и самое, что интересное, у них очень насыщенный вкус, прямо вот
Он бьет в нос, я бы так сказала. Оно идет жиденькое. Да, такой вот. Ну, не скажу, что жиденькое. Средней такой густоты средство, да, и очень-очень сильно пахнет. Но пахнет, допустим, не клюквой с земляникой свежими, а каким-то вот клюквенно-земляничным вареньем. Вот я бы так выразилась. Каким сладкое такое, очень сладкое. Да, этот гель для душика тоже с зеленоватым оттеночком. И он как бы как карамелька, да, вот не отдает ароматом авокадо абсолютно, нет там этого. Мыло для рук. Указано, что оно не сушит кожу. Да, оно кожу не сушит. Но если вот, допустим, вымыть руки 3 раза подряд, оно будет сушить. Оно будет сушить. И вы знаете, но такой эффект не сильный. Да, в компании Faberlic есть вот это вот твердое кусковое мыло. У меня от него реально сохнут руки. Очень сильно. Которое не увлажняющее, да. А это мыло, оно просто великолепное. А также у нас с вами и в этом каталоге выдаются купоны. Вот. И, конечно же, с 7 по 27 августа ими можно будет воспользоваться. За каждые 999 рублей по цене каталога, 740 рублей по цене консультанта, вы можете в следующем каталоге взять любой парфюм со скидкой 50%. Да, к примеру, вы купили на 3000 рублей продукции, вы можете 3 парфюма в следующем каталоге с 50% скидкой выбрать. Поэтому пользуйтесь этим предложением, не забывайте. Бывают люди, которые делают заказы и даже не догадываются, что они могут пропустить такую классную акцию на туалетные воды. Далее, поехали-те с вами, это наши красавицы пудры. Они шикарно выглядят, здорово, но, конечно, там идет, как вам даже сказать, там идет губка. И вот эту губку я, конечно, не очень-то люблю. Они идут с крышечкой, то есть они вот так вот, да. Зеркало вот тут вставлено, такой вот спонжик. И вот сами тени, да. Тут идет наклеечка, я уже, как вы видите, расклеила ее, попробовала, как оно смотрится. И вот теперь обратно не могу отклеить. А сейчас у меня в руке сияющий оттенок 6220. Он идет бесцветный. Да, посмотрим с вами, как оно смотрится. Да, то есть, если мы с вами постучим, оно немножечко выпадет оттуда. Да, то есть, можно также открывать. Видите, как оно блестит, да? И давайте сюда. Ну, сейчас сфокусируется. Да, видите, такое благородное, не сильное, не кидающееся в глаза мерцание. Ну, конечно, эту губку я не очень-то люблю. Честно скажу, пудра недорожный вариант. Вот эта вот пластмасска достается, и можно просто набирать кисточкой. Кисточкой намного удобнее. Я использую такую вот кисточку от Литуаль. Она мне очень нравится. У меня таких несколько кисточек, потому что где-то я скульптурирую лицо, где-то я его наношу пудру вот такую вот, да. Ну, пудра мне понравилась. Нормальная, но вот как вы видите, вот она такая. Она идет практически бесцветная. Она, я не скажу, что она что-то много маскирует, да, вот как даже ее описать, да, вот на самом деле просто придает сияющий оттенок, она не маскирует лицо. Вот вторая, значит, пудра с артикулом 6221. Это рассыпчатая воздушная фантазия, рассыпчатая пудра для лица, и она уже идет как матовый оттенок, фарфоровый. Давайте с вами также посмотрим. Также вот эта вот штучка, пуховочка.